Сейчас вот видишь, как у меня смазывают он пупырки, вот видишь, как он ее мажет. У тебя здесь видишь? Да, у тебя пупырышки. Вот. Видишь? Пупырышки. А у меня как бы это четко. У тебя бледнее, у меня более желтый. Да. Цвет. Ну вот смотри. Сейчас покажу. А у меня запись идет. Да. Ну вот. Мы сравниваем камеру. Так. Камера Samsung S8 Galaxy и камера iPhone 6s. Видишь, у меня как бы это, как будто кожу разглаживает специально, да? Ну, да, но у тебя более светлый, такой, у меня какой-то желтый. Да. Желтый. Ладно. У кого только естественный вопрос. Вели. А там солнечные зайчики. Да. Всем привет. Всем привет. Ну-ка давай нам показывай свои ногти. Так, ребят, смотрим. Что-то она тут смывает. Замазалась. Ты замазалась? Не знаю. Где-то залезла. Ну-ка давайте, ребят, посмотрим на каточки маленькие. Ну подожди, настроится камера-то. Ну ты что? Во, смотрите, как красивенько. Мой больной ноготь уже сломанный отрос. Да, то есть она у нас красавица уже. Я всегда красавица. Я себя люблю. Ребята, у меня все еще продолжается второй день мучения с Мариной. Камеры просто специально не хочет пользоваться или специально доводит меня. Короче, смотрите, какая у нас ситуация на дороге. Тут просто так вот покажи. Вперед поверни. Вон там покажи, что тут творится. Это у нас, ребят, в городе такие вот улицы. У нас просто второй день идет снег. А так как сейчас выходные дни, то управляйки, ТСЖ тоже никто не работает, и получается чистить снег возле дома некому. И чем прикольно, ребят, внедорожник. Едешь и не паришься на полном приводе. Значит, сегодня мы заехали, сделали Маришкины каточки вот эти красивенькие. Кто нас смотрит давно, мы ездили сначала к одной девочке делать. Сейчас мы ездим к другой девочке делать. Мы уже, это же третья девочка. Да, это третья девочка делает, получается, да. То есть одна у Марины подружка первый раз, это первым пробовали давным-давно. Потом еще в 2014 году. У меня девушка знакомая делала нам, Аня. Аня, привет, ты знаешь, нас смотришь. А сейчас мы делаем у другой девушки. Как, тоже, ну, Аня. Тоже Аня, да. Но Маринке очень нравится, как бы. Вот. Ну, не знаю, вот мы как-то так поменяли, уже вот ездим сколько месяцев. 4, да, вот ездим. Месяц пошел. Да, ездим раз в 2 недели, да, ты делаешь? Раз в 3 недели. 3 недели. То есть хватает, ничего не отпадывает, все классно. По просьбе Саши я делаю матовые на каточке. Да, чтобы они в этом в кадре, когда Марина записывает рецепты, чтобы не бликовали. То есть, и по цене выходит, сколько она с тебя берет? 750 рублей. 750 рублей за маникюр. То есть она все снимает, все чистит. И самое главное, что она делает настолько качественно, туда вот прям, да, вот как бы сделать, да. Прям. Под ноготь туда. Кутикулу. Да, не кутикулу, наверное, это как правильно. Кутикулу. Это которые вырастают, их выращивают. Нет. Ну туда. Ну, под кожу вообще надо делать так, что красиво, хватает надолго и качественно. Главное, что она держится хорошо. Да, ничего не отпадывает. Поэтому, Аня, вторая, да, ты нас тоже смотришь. Маринка мне рассказала. Тебе тоже привет. Огромное спасибо за накаточки Маринины. Кстати, долго эту Аню искал, вторую, как бы. Я искал, ребят, я искал. По работам именно смотрел. Мне надо, я такой человек дотошный, кто смотрит, знает, я очень такой прям для каждой мелочи. Как, да, Саша как клиент очень тяжелый. Очень тяжелый, да. То есть я такой, знаете, не надо же вещи были на своих местах. Ну это такой, знаете, дурной такой. Ну все же потихонечку где-то дурные. Ну вот я в этом плане. Чем старше, тем хуже. What the fuck? Всем привет. Какой у нас, говорю, шум? Несомненно, шум. У нас соседи собаку гуляют. Ну, Слава, расскажи, что тебе подарили? Это что? Ну, ты любишь кока-колу же? Это кока-кола? Да, это кока-кола. Давай. Да, а кока-колу давай поставлю, чтобы не упало. А киндер с кем? Кто на киндере нарисован? Суперменом. Супермен. Еще коробочка с мешайками. Ну открой, я посмотрю, что в ней. Ну давай пока покажи остальные игрушки, а потом это, да, откроем. Еще вот
А это что? А какого она цвета? Зеленого. Тебе нравится зеленый цвет? Ну да. Давай сюда, пойду. Вот так вот. Ну, а да. Там что за ложечка лежит? Тоже Славина? Да. А что на ней написано? Славина. Слава написано? Угу. Именная ложечка? Давай. Да. Ну что? Открывай. Да, давай, сядь подальше, чтобы тебя видно было. Открывай, Настя. Помочь открыть? Да. Ну, давай. Там, сюда. Там видят? Там еще класс, еще один класс. Но... Подожди. Ну что, Слава, сможешь открыть теперь? Да. О, мои любимые палочки. Ну-ка, покажи-ка. Кукурузные палочки. Да. А что там еще есть? Плакат, наверное. Ну-ка, посмотри, открой его. Расписание? Ну, тебе нравятся герои, которые на нем? Ну-ка. Ой, раскраска. Ну-ка, покажи. О, ничего себе. А что еще там есть? Подожди. Ну-ка, покажи. О, посмотри, что-нибудь еще в коробочке есть? Чупа-чупс. А покажи, что за чупа-чупс? Чем он? Ну-ка. Клубничка. Клубничка. А что это за пакетик? Ну, с игрушкой, наверное. С игрушкой? Откроем? Да. Давай, подожди, не доставай. Давай, так, что там, Славочка, у нас? Ну-ка, покажи. Печеньки. А какой они формы? Покажи. Героев. Это кто? Покажи. Ёжик. Ёжик. Попробуй, вкусное? Да? Ну давай, смотри, что еще там. Доставай. Ой. Игрушка. Игрушка, откроем ее? Да. Сможешь открыть? Ну давай, я помогу. Ну что, там кто там? Класс. Класс? Ну-ка, покажи. Класс. Ой, ничего себе. Он еще и с шляпой? Да. Тебе нравится? Угу. А что там еще выпало? Что за бумажка выпала? Да, вот это. Это коллекция. Там коллекция и все? Да. А на ней написано крош еще сзади, я видела. Ничего себе, это дикий крош, что ли? Да. А что за коллекция? Кто тебе больше всего из нее нравится? Только не знаю. Ну, посмотри, кто тебе больше всего понравился. Кого ты хочешь себе? Мага. Этого. Мага? Да, вот этого. Так, лося вот. Лосяша? Да. Ну, ладно. Что там еще может что-то есть? Да. Ну, покажи. Там еще есть и еще что-то. Не знаю. У тебя надо спросить. Я не открывала. Твой же? Да. Да, там что-то еще? Да. Ну, давай, достань. Сок. Сок? Да. Яблочный. Ты у нас яблоки любишь? Да. А это что? Ну-ка. Клоем давай. Это шоколадка. Еще что-то выпало? Наклеечка. Наклеечка у нас с кем? Ну-ка покажи. Кто это такая? Нюша. Нюша? Да. Мам, там вроде еще подарок был? Да ты приносила только что. Где? Какого? А это вот Татьяна Владимировна вам. О, у нас с тобой ассорти. Знаешь, мы будем с тобой пить. Шоколадные. Мы будем с тобой пить конфеты. Там внутри конфеты, да? А прочитай, Слава, с чем они? Там с орешками, изюмом, по-моему. Там совсем, скажи. Это не для девчонок, скажи, да? Для настоящих мужиков. А ты папе кроши-то показал? Да все уже показал. Да. Как хочешь тряси его, видео будет не смазано. Он видео будет стабилизатор. На моторчике. Я вообще...
Себя поснимаю. Боишься? Лена с Селиком в гостях. Тестируем опять же. Так, где там Дюша? Давай Дюшу заснимем. Дюша! Не бойся. Привет! У нас кошка, кстати, туда залезла и смотрит оттуда. Да. Кошка. Видишь? Охотится, съест собаку. Эй, кошка! Лилиша! Нет, не гайте. Дюша, Дюша. Вытрясай все-таки у Маринки его. Как она не хотела мне покупать. Пришлось искать 1000 доводов. Ты в игровом клубе, да, сидишь, Максим? Саша, время-то сколько прошло? Ты в клубе где-то игровом? Саша. Все, тебе слышу. Мам, уже не 10, не 20 минут. Все, мы все в игре и на пробовку. У кого-то танкист, у кого-то солдат. Как мы проводим выходные? Я Сашу жду уже 2 часа. И 2 часа он сидит и играет. При этом минут 40 назад сказал одевайся, через 10 минут выходим. Я оделась, он как был за компьютером, так и сидит. Нет, это не я. Она снимает видео. Я думаю, с кем она разговаривает. Ты смотришь, что? Вот так вот мы с утра встали, сделали зарядку, сели за компьютер, тут же поели и не отрываясь, да? Нет. Вот короче, наши видео, выходные. Ребят, снимать, как мы играем. Да. Жена сказала, на канал выложит. Еще скажи, что жена сказала, что уже 2 часа тебя ждет. Так, дай P90. Кинул ссылку, дай P90. Пав. Что? P90. Мне было сказано, все, идем. Идем, все, я переписываю с ребятами, просто бросил. Видите, мне сейчас подарок сделал парнишка. Получается, вот такой вот P90. А, у меня Азима. Другой, второй сейчас его просит. 200 с лишним рублей. Вот, дорогого площадка, просто даже ценник. Так, вставить. Я, наверное, такой не расчесанный, весь домашний, да? Да, ты вообще. Смотрите, ценник. Самую дешевую цену берем. Его 205 рублей. Мне сейчас парнишка в игре подарок сделал. Вот так вот. Так что спасибо, он нас смотрит, кстати. Через интернет-заказ купила Славику витамины, Умка, мультивит, Форте. Заказывала в аптеке, вот в этой, в зеленой, Планета Здоровья. По чеку видно. Только приехали домой, не посмотрела срок изготовления. Получается, витамины были изготовлены в мае 2016 года. Сейчас конец февраля 2018. В принципе, еще в сроке годности. Ну, видите, вся эта уже потрепанная. Проблема не в этом. Проблема в том, что я распечатала эти витамины. Сейчас покажу. Завтра пойдем попробуем вернуть. Не знаю, каким образом это все получится. Значит, смотрите, они просто единой массой. Цвет у них непонятный. Какой-то белый налет. Значит, там была вот такая мембранка, я ее сняла. Ничего не подозреваю, видите? В ту сторону там камера. И здесь вот ее тоже отлепить невозможно. Одного мишку от другого они все слиплись. Они вот белые. И ужасный запах у них стоит. Вот они. Смотрите, не высыпаются. Нет, срок годности еще 2 месяца у них. Конечно, если бы я сразу увидела, что 2 месяца, я бы их не купила. Но в итоге 300 с лишним рублей витамины, которые, ну, вообще вот в таком виде. Завтра поеду снова в аптеку, попробую вернуть деньги за него или обменять на нормальные витамины.